Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет обзор на дробовик Фафнир. В последнем обновлении его апнули, добавили урона, перк еще апнули, в общем, полностью заапали его. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня будут за три крафта. Вот такой вот первый крафт, самый малоомный, то есть рык, но три Фафнира у нас здесь имеется. Без маховиков, без ничего. Потом у нас уже идет, уже здесь Джанаби поинтереснее, то есть быстрее он будет ехать. Махаик и колеса, конечно же, затворники, они не так быстро отваливаются. Это хорошие колеса. Потом самый такой, не знаю, большоомный крафт, смотрите, гарпун, три Фафнира, Аполлон, вой. Короче, все тут стоит, все, что надо. Ну, предлагаю начать с самого малоомного по классике жанра. Давайте его соберем, а потом поедем в бой. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. Ну вот он, наш крафтец уже готов. Давайте попробуем что-нибудь на нем сделать. Так, к нам подключился Дмитрий 200. Я хотел очень сильно покататься, я его пригласил. Ну, в общем-то, малый ум, но я думаю, Фафнир с этим справится вообще налегке. То есть нормально они катать на этом, он будет точно, я так думаю. В принципе, на этом крафте все имеется. То есть и колеса нормальные более-менее. Рык, ладно, кабина такая обычная. Хамелеон стоит. Но без всяких таких примочек, всяких модулей дополнительных, всякая перезарядка там и так далее. Всякое такое здесь, конечно, не стоит. Потому что крафт такой диджитненький. Так, дайте хоть стрельнуть, что ли. Один раз попал. Так, союзы, давайте-ка. Что мы делаем-то? Базу захватываем или чего? Решите уже. Хорошо, захватываем базу, давайте. Я не против, первый раз, честно, так вижу, что с самого начала, вот на этой карте, все тупо поперлись сюда и захватывать базу. О! О! Ну, это было ожидаемо, конечно, но не так быстро. Я думал, они же до нашей базы доехали. На, пошел отсюда. Кабина, кстати, вой у него стоит на темпурах. Ну-ка, ты тут у нас что делаешь? Так, в сторонке стоит, что у тебя? Ага, гнезда. Все понятно, чувак, куда же бояться? Можно не бояться, это такое топовое оружие, что вам не, даже ничего не успеет сделать. Так, минус одно гнездо, сейчас минус второе будет. Давай. Да блин! Есть, грохнули, хорошо. Ой-ой-ой, вальсы, да. Вальсы-то тебя не спасут, мне кажется. Так, чувак. Здорово. Так, добиваем. Вальсы уже искрятся. На. Короче, Фафнир, знаете, у меня такое ощущение, что это бюджетный парсер, если честно. Да, конечно, у него нету всяких приколёв, как у парсера, вдаль стрелять и так далее, но мне он напоминает как сразу парсер, если честно. Просто может потому, что я на парсере недавно катался. У нас третье место по команде, 1100 очков за бой. Я считаю, это неплохо для первого боя. Итак, погнали в следующий бой. Ну, давайте в этом бою попробуем МВП-шечку занять. Но, знаете, на таких дробашах... Не так часто получается на ВП-шку занять, потому что проще на этих дробашах стрелять тупо в кабину. А чтобы очки начислялись, надо как раз много деталей разрушать там. То есть на этих, ну, довольно-таки редко получается на ВП-шку занять. Вот можно этих ботов всяких на очки подобивать чисто. Так. Ой, это что мне так нагрело, Фафнир? Не понял. А, это был этот ботяра блокчейном стреляет. Так, мандрагорщик, ты тут что-то скучаешь, да, без меня? Не хватает тебе дружбана. Ну давай, мы сейчас к тебе приедем. Ха, куда ты пошел, чувак? Куда, куда, куда? Привет. Эх ты! Союзы? Это зараза-то, а?
Я его хотел грохнуть, а он взял меня и подпер еще. Неудачно я упал, конечно. Ну ладно. Погнали дальше. Единственное, что этому крафту не хватает, это, конечно, он долго разгоняется. Потому что здесь рык стоит. Ему... Причем апнутый рык, то есть тут на пределах возможности кабины. Причем еще и с этот, как его, с водителем Джеком. То есть тут вообще на предел возможности крафт ездит. Поэтому он долго разгоняется. Ну а так, в принципе, неплохо. Так. Да блин, да где этот? А, вот кто по нему стреляет. Чуть за башня такая хилопса. Чувак, у тебя странный крафт явно. Че это такое? Это. Я бы понял, если бы он в рейд на этом поехал. Зачем рандом на этом ехать? Чувак, ты, блин, кавказчик. Нет. Сбили наводочку. Так, надо добить, добить. Есть. Классный лекар, зато он разгоняться быстро стал. О, плюсы во всем видим. Так, классный крафт у меня вообще. Малоумный зато. Все дела, все по последнему слову техники. Ну слушайте, он реально управляется. Внутри колеса даже укоротился. Мы заняли МВПшечку. Слушайте, это хорошечно прям. Это прям вообще бомбически. Я вроде не так много чего-то сделал, но... Я даже двух человек когда-то успел завалить. Я что-то как-то не заметил, как я кого-то завалил, но у меня МВПшечка. Слушайте, это неплохо. Погнали в следующий бой. В общем, пока у нас все идет хорошо. Причем у дробаша сейчас апнули перк. У него был... ну вот, при разгоне до 60 км в час у него точность повышалась на 30%. Сейчас это уже на 40%. То есть апнули перк и... Ух, хорошо повезло, это что это было вообще такое? Это дроновозка с копьями была, тут показалось, копья у него стояли, не знаю. Я не успел понять, если честно, но его надо грохнуть в любом случае. Есть. А, я его добил, ну ладно. Так, включаем хамелеон. То есть дробаш так-то, в принципе, и перк у него хороший, да и вообще так-то неплохая. Неплохой эпик, относительно недорогой. О, вот парсеры я все равно на них не полезу. Лего это и есть лего, но... Надо к союзам отходить. Так. Ну там еще и вальсы всякие. Блин, блин, блин. Союзы! Не надо меня первым. У меня брони-то особо нету. У меня, да, он выглядит как-то так. Ну, броня есть как бы, но... Она как бы есть, у нее как бы нет. Давай, добить! Есть, добили. Тут, понимаешь ли, разъездились. Эти парсером фигачить. Да парсеры, он, надо только валить со союзами. То, что меня, они, мне кажется, раскрасят. Хотя... Хотя, я пока не, ну, этот, особо не понял все возможности фафнира, хотя, может быть, и нифига, может быть, я уже парсеры обстреляю, потому что парсеры, наоборот, нерфят, а фафниры, наоборот, апают. Вот. Мы завалили двоих человек, но я добивал, чисто так уж получилось, у нас третье место по команде, 684 очка за бой. Ну, слушайте, на этом крафте прям неплохо катается. При этом обзор на фафниры, да, обзор на фафниры, как ты догадался. Ну, в общем, чуть-чуть повысим на 1200 ома. Но здесь у нас уже будет Махаик стоять, Джанби стоять, то есть все дела, вот это вот все прям будет нафаршировано у нас. Давайте теперь его соберем, а потом поедем в бой. Мы поменяли наш крафтец, он, видите, уже как бодрее так едет, разгоняется. Колес здесь, конечно, меньше, но, в принципе, я думаю, затворники неплохие колеса, их хватит. Хамелеон у нас также по-прежнему стоит, то есть это, ну, по сути, прокачанная версия прошлого крафта. То есть кабина получше, Махаик тут стоит, что-то здесь стоит. В общем, все, что надо, как я люблю. Так, чувак,
Я тебя сейчас догоню, я-то быстрее. Так, это пильщик, насколько я понял, насколько я успел посмотреть. Чувак, ты красавчик. Я тебе так скажу, зачем тебе гонитель на искре? Это чтобы быстрее она поворачивалась? Так, или чтобы эти пилы быстрее пилили. Так, быстрее пилы поворачивались. Ох, нифига, чувак, качал бы на козю, короче, все, хана, походу. Я, конечно, здорово. Так, это я зря сделал, они сейчас... Вот ты молодец, вот ты красавчик, меня спас. Спасибо, чувак, кабаненок. Команды все-таки не настолько бесполезные, но меня, смотрите, он успел все равно коснуть. Все равно, наверное, на крафте особо брони нету. Только на последнем крафте. Они толпой тупо берут всех. Вот и парсеры. Вот и парсеры. Так, их надо гасить. Блин! Ах ты какой зараза-то, а! Вот, в принципе, Лего, она и в Африке Лего. Против Эпика все равно. Эпик это Эпик, Лего это Лего, в принципе. На, тебя хоть добить, что ли? На-на-на-на, не, я не успею его добить. Так, вот здесь купайся. Да, может еще этот помрет. Да, он помрет, короче. Чувак помрет. Сейчас тупо в кислоте. Нет. Не, мне засчитали, короче, он грохнул. Третьего я грохнул, и меня засчитали последние секунды, видите? А, нет, не засчитали, показалось что-то. Было там вроде... Там было три этот килла, а здесь... Почему-то он, короче, чуть позднее, видимо, на секунду помер. Ну, в общем, у нас... Первое место по команде, ну мы проиграли. Ну тут уж не получилось выиграть просто. Ладно, погнали в следующий бой. Но в прошлом бою у нас не особо получилось. Давайте в этом бою попробуем выиграть. Ну там просто не толпой все гасили, поэтому союзы просто не смогли им противостоять. А так бой был неплохой. Так, не знаю, лезть не лезть. Мне кажется, лучше нет, но я полезу. Здорово, чувак. Как мы классно оба стреляем. Ладно, он-то из хамелеона вышел, а я-то что, в упор с дробаша не попал. Ну, классно, что. Классика жанра, Лаурс играет. Так, есть, уделали, короче, чувака, в кабинку постреляли. Это что такое? Что происходит? Демон, вставай. Ох ты, блин, тут я думал, это оба бота, я что-то не... Это... Какие оба бота, блин, они оба игроки. Да, что у меня сегодня вообще с глазами не то. Давай, добивай, чисто по кабине. Чё тут все на трейлерках-то катают, кстати? Ох, блин, ну чё такое-то? Было же все классно. Ну, было все прекрасно, вообще. Так, завалили меня, понимаешь ли. Давай, взрывай, 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 взрывай. Ах, не успел, нет йоги. Нет йоги у меня тоже есть, кстати. Надо на них тоже обзорчик сделать. Давай, союзы красавчики. Но, тем не менее, я нормально так пострелял. Я двоих даже замочить успел. Так что, я думаю, неплохо я тут ворвался, но МВП-шечку, увы, не смог получить. Так бы мог, но профнир отстрелили, к сожалению. Смотрите, у нас второе место по команде. Несмотря на то, что я тупо стреляю в кабину, пока вот это вот все отвалится до кабины детальки, все равно, смотрите, у меня все получается нормально. Зарабатывать эти очки, в принципе, мне пока нравится. Погнали в следующий бой. Ну, пока что мне фафниры прям нравятся, то есть вот этот ОМ самый подходящий, наверное, под них. То есть отношение хорошая кабина, хороший модуль, хорошие колеса, которые не отваливаются, и чуть-чуть брони, прям классно. То есть перкапнутый у фафниров на точность, это хорошо. Хамелеон стоит, и Джанби еще там в придачу вам повышает урон, когда дрифтите на 20%, то есть это вообще неплохо. А почему на них, наверное, не катается? Мое предположение такое, что потому что есть сейчас у каждого парсера, по сути, усовершенствованный фафнир, Лего. И все тупо катаются на парсерах просто потому, что они есть у всех. Фафниров сейчас крайне мало, я уже давно не видел. Но смотрите, даже на фафнирах у меня получается, смотрите, нормально так разматываю, смотрите, легкую вообще. Так, вот к палачу я не хочу ехать, честно скажу, потому что брони у меня нету от слова совсем, но вот так вот я хочу к нему приехать в гости. Чувак, тебе хуер главное отбить и все. Ну, главное хойер отбить. Один я уже отбил, второй надо. Так, чувак, не смей в меня попасть. Нет, попал все-таки. Давай, ботяра, валим его. Вот так вот все уделали, короче. Нас базу, правда, захватывает. Ну, ладно, пофигу. Разберемся с одним. Ботяра все равно далеко не уедет. Есть, уничтожили. Минус 3 вообще спокойно. То есть, фафнир мне прям нравится. Он относительно недорогой. То есть, эпики все там по 600 стоят и так далее. Здесь он стоит 400 всего лишь, там, с копейками, то есть, вообще классный дробашек, я считаю. Его апают, не нерфят, никто не катается, правда, но, смотрите, опять МВПшка, четверых мы завалили, почему на этом дробаше не катается, я не понимаю, смотрите. Вообще комфортно, я даже скажу, комфортнее, чем на этом,
на парсере. На парсерах уже их перенерфили все. Короче, это уже забытая, можно сказать, такая пушка. Потому что, ну, она пытается из последних сил, но не получается. Есть дешевый аналог Вафнир, который, ну, можно сказать, такой новый, потому что на нем никто не катается. И у которого, ну, просто он как-то прикольней катается. Ом на нем меньше можно собрать. При том же Оме можно собрать не два парсера, а три Фафнира. Это будет кататься лучше. В принципе, я считаю, Фафниры хорошо себя показывают, даже лучше парсеров. В общем, давай теперь соберем вот этот самый крутой крафт, а потом поедем в бой. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. В принципе, на таком Оме для эпика это уже слишком круто, мне кажется, ездить. Тут все леги уже, всякие реликты даже бывает попадаются. Поэтому я думаю, здесь лучше на Фафнире не кататься, но тем не менее, давайте попробуем. Вот. Так. На этот Ом, мне кажется, уже реально только леги ставить, потому что, ну, видите, уже какие крафты офигенные. Тут уже чисто по кабине стрелять, ну, ты не сможешь просто-напросто. А кто-то вон, смотрите, на булавах катает и комфортно, видимо, себя чувствует. А, нет, это молотобои, какие кувалды. Это молотобои. Не, кувалды я хотел сказать, а булавы вообще. Че я очень несу? Так, ни один Фафнир он отбил все-таки. Так, да... Вон у него все горит уже, есть, взорвали, союз мешал. Так, там господин копейщик, которым я не очень хочу ехать. Куда он делся? Так, его надо поймать. Запанули, все. Все, чувак. А, он уже сдался. Хорошо. Почему все сдаются именно тогда, когда я их начинаю фигачить? Ну, смотрите, мы быстро так со всеми разобрались. Я, конечно, немного что-то сделал такого, но... Смотрите, я не особо что-то делал. Косарь очков за бой на таком Оме, я думаю, ну, неплохо. Давайте теперь поедем в следующий бой. Ну, пока, слушайте, меня прям вообще Фафнир радует. Реально, больше, чем парсер. Мне он больше, чем парсер нравится. Вот. И все катаются на легах. Смотрите, Скорпу даже. Я на эпике и спокойно себя вот чувствую. Ну, хотя, ладно, не буду пока говорить. Один бой всего проехал, выиграл. Может быть, везение. Давайте попробуем еще выиграть. Так. О, попался. Все, чувак. Больше ты никого не затронешь. А, ну, чуваки сами на него едут зачем-то. Так. Ох, еще. Вот, конечно, такому Оме, видите, что встречается уже. Совершенно что-то другое. Так. Ну, ты их тупо ловишь вот так вот и не паришься. На, взял, завалил. Так, идем дальше. Выжимаем хамелеончик. Я его даже в прошлом бою юзнуть-то я особо не успел. Там я сразу стрелять начал. О, как ты меня нашел-то, ё-моё? Ты вообще, что ли? Вообще офигевший бешеный Скорп. Пойди отсюда. Еще взорви мне генератор какой-нибудь. Как у меня попал вообще, реально? Так, у этого надо тоже завалить. Так, чувак, давай. Да, молодец. Молодец, вообще, подловили, хорошо. Добили, чтобы базу не захватывали нам. Хамелеончик. Аннигилятор, нехорошо. Так. Отбили мне один Фафнир. У меня тоже гарпун есть, чувак, прикинь. Я тебя тоже поймаю. Что происходит? Давай. К спиной, я не знаю. Ой, это плохо. Фафниры, я верю в вас, давайте. Один Фафнир остался, нет. Эх, завалили меня, походу. Так, у меня один гарпун остался. Все, я буду тебя гарпуном валить, короче. Эх, перевернулся. Так бы, смотрите, у него что-то уже дымится. То есть я бы его взорвал уже даже. Там, по сути, по кабине один раз выстрелить и все. Алис Цигундер ему, но нет.
не получилось. Ну вот эти медведи уже что встречаются, короче, вот такие вот всякие крафты мощные. Комбайны, копейщики, ланселоты, все вот это вот встречается, ангеляторы. То есть здесь уже сложнее катать, но в принципе можно. Даже на таком Амифов мир себя показывает с лучшей стороны. Хотя это эпика, не лего. В ту очередь, когда все катаются на лего, ты катаешь на эпике и себя комфортно чувствуешь. Я считаю, это неплохо прям. Чувак, а прицел тебе зачем? Классно, у меня не осталось, конечно, грызы. Да. Это крафт называется наблюдатель. Полностью наблюдает. Так, что у нас еще? А что все инвалиды-то такие? Давай, чувак, давай, добивай. Не успел, смотрите, он какой инвалид вообще. Все аннигиляторы зато живые. Чувак, тебе по сути... Давай. Ну ты чё? Ну ё-моё, только не помри, пожалуйста. Давай. Да, красава, сбил, один аннигилятор остался. Давай. Красавчик, молодец, все это победа. Давай. Молодец вообще, молодец. Так, у нас какое место по команде? Хотя он тоже на эпиках, чувак, катается. У нас второе место по команде. На таком, слушайте, мне прям Фафнир хорошо. Прям зашел так. Поехали в последний бой. Ну, пока что, смотрите, Фафнир себя показывает только с лучшей стороны. То есть, вообще, мне нравится Фафнирчик. Так классно нагибает, даже на таком оме. Вот. То есть, я не знаю, почему он не катается. На такой ом можно поставить... Ну, не на, на прошлый крафт, но можно поставить два парсера на такой ом. В ту очередь, когда можно Фафниров поставить три штуки. Причем Фафнир, он, ну, эпик-то дешевый на самом-то деле. Если рассуждать так. Что-то я понять не могу. Че, тут три человека было. Где еще один? Блин, ну, чувак, ну не туда ты поехал. Так. Кавказчик, фига. Но зачем у него здесь нового? Давай. Этого... Кавказа стрелим, все, и пусть там это взрывается, ладно, пофигу. Так, хорошо, зашли, погнали дальше, у нас там там. А че всю команду-то так быстро раздолбали? Фига, враг, конечно, какой-то попался угарный. Так, вот этого надо, здорово. Ох, как я его, блин, неудачно-то цепанул, я аж его... Союз, спасибо, союз, респект. Разрыватели у него неудачный крафт. Во-первых, они не защищены вообще никаким образом. Во-вторых, слишком большой крафт для... Ом, для... Как раз-таки разрывателей. Так, там 9000. Нормально. Так, давай. И это победа. Это реально победа. Прям Фафнир классный дробашик на самом деле. У нас четвертое место по команде. То есть, смотрите, сколько он стоит. Фафнир у нас в момент создания ролика, он... Стоит у нас 400... У меня смотрел в начале обзора, я перед обзором 420 стоил, короче, вот так вот скачет. А в ту очередь, когда, не знаю, вот смотрите, все эпики там 600, 500, всякое вот такое. Вот, ну, пушки поставлю, ладно, не буду это. Вот смотрите, сколько обычные эпики стоят, и это все причем. Да, гром тоже вот в пределах этого стоит. То есть тут уж выбирать вам, гром или Фафнир, но... А из однозарядных дробовиков мне прям Фафнир зашел больше всех. Я не говорю про Нидьёк, я его не тестил, но среди тех, которые я тестил, уже самопалы всякие эти. Да даже больше парсера, мне Фафнир больше всего понравился. То есть, Фафнир это реально хорошая пушка. Она не имба, она не тащит прям вообще как-то это, знаете, но стреляется он хорошо. Тут, смотрите, МВПшки валятся, все хорошо. Конечно, для этого он слишком большой, но... Самый идеальный умом это именно вот этот крафт, 8000 плюс-минус там, ну, сойдет до 9, косарей очень вообще идеально кататься. Больше уже сложнее, но легко все равно. Это вот вообще Фафнир хороший, после апа вообще классно катается. В общем, пишите в комменты, как вам этот дробовик, мне он прям понравился, можно брать, я считаю, себе на склад, не пожалеете, кататься будете. В общем, можно, если бюджет не позволяет, ради интереса вот такой просто для первых порах собрать, рык вообще, заточки поставить и все. Потом уже перейти вот на такой крафт. В общем, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.